Я знаю, ты топовых музыкантов опять приглашаешь для своих проектов. Кто на этот раз у тебя? Конечно, будет мой друг Артур Беркут. Мы познакомились с очень интересным музыкантом, который пишет для мэтров российской эстрады, таких как Валерий Сюткин, Евгений Маргулис, Сергей Чиграков, Чиж и компания. Это музыкант Ромарио, он же Роман Луговых. Владимир Вараксин написал музыку и стихи к нашему сериалу. Песня называется «Мотель». Его поддержала группа «Памела Ах». Она прекрасно аранжировала это все. И в роковой обработке эту же песню сделала группа из Мценска «Настоящий», наш музыкальный фундамент. Мы планируем это все отдать на федеральные каналы. Либо это будет интернет-платформы, либо это будет какой-то развлекательный канал. Мы ведем переговоры, поэтому обязательно не только орловские зрители это увидят, но, естественно, наши российские.